Балакин и Свистопляс. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Очень приятно. Прошу вас к нашему столику. И жена его, царица, императрица, разбитная молодица. Ведь каждое утро над ними вставало веселое солнышко, согревало своим теплом царевну, ласкало царицу и щекотало царя своими лучиками. Приходит дочь к бабушке и говорит: сегодня я пойду на дискотеку. Там вход бесплатный для меня по натуре. Все замужем подруги, а я в девках. Приходится под рейв скатать как дуре. Пусть первый встречи не станет моим мужем. Я целый день в засаде, как рояль. В глазах его возьму я силой, если нужна. А это сила пострашнее, чем красота. Призадумались царь с царицей. Но что поделаешь, раз приспичило? Пора жениха выбирать. Был у царя один кандидат на примете. Знатный султан из страны далекой, восточной. Уж очень любил царь восточные сладости. Эй, девушка, красавица! Перспектива стать четвертой женой. Уж слишком наглым оказались запросы султана. И говорит она батюшке с матушкой: а я не хочу, не хочу хорошо, а я по любви хочу. Свободу, свободу, мне дай свободу, я сильно любовью лечу. Прознал про желание царевны Кощей костлявый и тоже приковырял свататься. Но так и ушел ни с чем. Сидит царь, за голову схватился, думает, что ж делать с девкой окаянной, а воевода его и мукиш.
скучает. Я предлагаю выпить за дорогих хозяев этого гостеприимного дома и нас, их дорогих гостей. Осмелел царь, и пришла ему мысль за воеводу дочь отдать. А то ты рад стараться, перед ней ветушками хаживает, лысину подчесывает. Я мужчина, хоть куда, вполне моих сил. А царевна ему в ответ, возьми горятный. Малыш, ты меня волнуешь. Не ожидал воевода такого расклада. Покраснел, засмущался и смылся. Но ему... Ох и глупым показался он царевне. Жалуется она своей матушке. Мама, ну не виноватый я, не виноватый я, что не могу я без любви любить богатого. Ну не виноватый я, не виноватый я, что не могу я без любви любить. Долго ли, коротко ли, жил в ту пору по соседству богатый, но уж больно дряхлый боярин. Пришел он к царевне счастье свое попытать, еле дошел бедняга, потом весь обливаясь, но диалог их не заладился с самого начала. И согнала она его за шею, взгрустнулась царевне. Да что же это такое? Нет ни любви, ни счастья в жизни. Думает, вот если придет еще кто-нибудь. Мечтает царевна о своем суженом. И тут появляется он, из-за которого промочила 50 подушек и 65 одеял. Пришел, да? Но не оперяться он, подбегает он к царевне и сжимает ее в наконец-то плавно. Контакт.